Всем привет, любители колес! Мы сегодня едем снимать X5 с их X-Drive против Туарега. У него полный привод Торсон, но Туарег приехал один, и к нему на помощь сегодня присоединился еще Audi. Так, это первый испытуемый. Так, стой, не копай! Все, приехал. Не, надо этот. Только не копай, не надо. Ну сейчас. Что, засел, смысла нет. Все. Надо чем-нибудь. Главное, не тони. Дима! А, вон там корни торчат. Давай. Назад чуть-чуть дай, побольше назад. Во. Давай. Не, колеса утонули. Все, не буксуй, а то тонешь. У тебя и так заднее колесо уже под водой полностью. Дима, спасите, блядь. Потом менять проще. Не будь катать. Так, по сложному маршруту опять. Не, ну этот бешеный Диман, как его не снять-то? Он, видишь, он даже показывает, что он поедет сюда. Если бы не Диман, сейчас так и сидели все в луже. Так, ребят, наши состязания будут заключаться в том, чтобы покорить вот эти все горки. Ну, X полетел по самой простой. А у нас задача преодолеть вот эту горку, где в прошлый раз повис. Тоже X5 в 53-м кузове. Так, Audi. Вы, наверное, будете опять говорить, что Audi седан приехал, точнее, универсал. Ну, в нашем городе плохо с кушками. Никто не хочет ехать. То есть, приезжают те машины, которые могут. То есть сегодня одни X5, Audi и Touareg. То есть Quattro и Торсон против X-Drive. Ну плюс еще разноплановых машин у нас много. У нас Tucson, потом Волга полноприводная, Pajero, четвертый Pajero, второй. УАЗ Патриот, но это на всякий случай помощь. Ну, в принципе, уже, наверное, заметили, что он там спасал пару машин уже. Шнивы, две штуки. То есть куча машин, но акцент будем делать именно на X-Drive и на Торсон и Quattro. Так, ну ребята пока прикатываются. Сейчас им надо немножко поверить в себя, чтобы потом можно было штурмовать вот эту горку. Так, давайте сразу Volkswagen скажем, чтобы он поехал
на ту горку, которую мы хотели в первую очередь преодолеть. Так, стекло не открывается, да? Да, да. Слушай, давай сразу в эту, чтобы иксы поняли, куда они приехали. Что они тут как? Ну вот, где ты заскакивал. Не налево, а направо. Не-не-не, вот это вот. Вот в эту? Вот, да-да-да. Я не знаю, заеду в нее. А, мы в нее заезжаем, по-моему. Да, в нее, в нее. А то что, они думают, что это все? Я только с ходов на нее. С ходов и давай. Все, я наверх поднимусь, я тебе махну. Окей. Так, дамы и господа, все, сейчас бежим наверх снимать, как Volkswagen будет преодолевать вот эту самую главную горку, собственно, из-за которой мы сюда ехали все вместе. Ну, а там иксы уже, наверное, по ходу. Так, великий, могучий Торсон сможет преодолеть эту горку или нет? Сейчас уже стало действительно сложно, потому что выпал снег. Но я думаю, сможет. Давай! Видели, что вообще произошло? Там Volkswagen просто уничтожил эту гору, он ее смял, он унизил все горки, которые здесь есть. Так, сейчас у нас походу поедет здесь УАЗ. Диману стало не по себе, он решил тоже ее преодолеть. Да, Диман вообще, Диман тоже показал, что он что-то может. Так, ну а X5, не, к сожалению, X5 здесь не поехали. Вот это было просто что-то, кадр. У меня слов не было, когда он подлетел. Он еще когда залетел сюда. Блин, он про эту кочку, я тоже что-то ему не сказал. Короче, он ее слезал. Диман, ну ты метр, наверное, подпрыгнул где-то, а Volkswagen вообще взлетел, блин. Ты прикинь, он полетел. Ладно, полетел, он что, херни спрыгнул? Yes. Эпично? Да ты слабо, слабо сказано эпично. Мордой ты вообще вот ничего не сгреб. А вот жопой там на той кочке. Да, даже нет, все целое. У тебя ничего даже не отвалилось? Нет. У тебя нормально. Единственное, только, по-моему, эти немножко подмяло. Ну да, они так и были. Ты представляешь, какой у тебя бампер крепкий? Я знаю. Он вообще машину не жалеет. Он на все бабки едет. Походу этим задел, да? Да, он этим задел, как не раздатка, а резонатор у него, наверное, там висит, потому что брякнула так пустая жестянка. Так, иксы пока так и что-то межуются, а ауди опять седан едет, потом опять будут ругать, типа иксы приехали, иксы. Вот. Это так доминирует Куатро. Не, он реально доминирует. Он даже не буксанул почти. Напрягов, да. Так вот, сайлентблоки у него что-то там поскрипывает. Ну, это нормально. Она же не новая. О-о-о, кто-то все-таки это осмелился. Давай. Все. Отстоял честь БМВ. Как он хрюкает, интересно, слышал? Я почти поймал этот момент. Как хрюкнул? Или как взлетел? Так, дамы и господа, у нас сегодня работает фотограф Сергей, все ссылочки будут в описании. Самые лучшие фотки по оффроуду Нижнего Новгорода. Неплохо. Вы просто понимаете, Волга сегодня, как и Ауди, доминирует.
Только Audi все равно, он как бы жалеет свою машину. Ну, понятное дело, там всякие обвесы, пластмассы, все в этом роде. А Волги по барабану, там нет ничего этого. Вода, не вода, он проедет везде. Так, парень, ну вот, все-таки нашелся смельчак. Ну, почти. Не, ну уже хорошо, что он поехал. Газку побольше. Что там место-то хуя еще? Нормально, ну тут... Нормально. Побольше, главное, газку дай. Все, ну вот, делов-то на 3 секунды. Серега, победа! Да. Это чем так не въебались? Это ты шлепнул, походу, глушителем. Походу, раздатчина. Ну да, колесо оторвалось. Оторвалось колесо, да? Да. Ну, это не мои запчасти. Не-не-не, не переживай. Нет, ты шлепнулся такой, жестяной был удар. Да? Ну ты сам, главное, проехал, понимаешь? А то. Отстоял честь иксов. А то. Садись, Санек. Можешь теперь в ту? Какую? Ну вот там вот побольше есть. Сейчас подумаем. Ну давай, я к ней пошел. Не-не-не, подожди. Попозже, да? Ого-го-го. Ого, вот это да. Вот это что-то у него, короче, там отхлебнуло. А молоток есть у него? А что случилось? Ты уже знаешь, что случилось? Да. Че? О, где этот, как его? Подвесной? Там вот такая скоба идет. И вот скобой задел, ее гнет просто. А, ты просто скобой, да? Да, просто скобой. Ничего страшного. Вообще, сейчас молотком подправить и все. Уже не первый раз. Ну вот. А иксы что-то немножко не хотят. Так. Бульк-бульк, все, и заскочил. Зачем так газуешь-то? Блин, как у него все-таки V8 работает, а? Тут колес не оторвать. Так, 50... В правую залетай, это интересно. Давай вот сюда! Вверх, сюда! В правую заедешь. Сюда! Все заехали, ты заедешь, наверное. Сейчас, сейчас! До туда дойдем! Ай-яй. Куда так разогнался-то, блядь? Блин, у меня вопрос, зачем они на газ так сильно жмут? Зачем так газуешь? Тут потихонечку. Давай мне телефон, я тебя поснимаю. Че он творит, а? Я порой просто не понимаю. У BMW, у них, видимо, на самом деле, ну вот по себе знаю, садишься за руль и все, только на газ жмешь и жмешь, жмешь и жмешь. То же самое. Ну уж понимаете, любите оффроуда, тут на газ порой не надо просто нажимать, а то можно навредить машине. Ну вот иксоводы, они этого не знают, к сожалению. Ну, узнают, я думаю, со временем. Слушай, ты доминируешь прямо над иксами, они вам все что-то... Бля, я на липучке вообще. А на липучке? Ты даже не на шипах? У квадро, одним словом. Слушай, туда только не суйся, ты низкий. Я из детства уже еле-еле. Вот, нет, все как бы здорово, чуть-чуть повыше по тебя, ты проскочил. А у меня же это не оффроуд. Это просто авант на пневме. Андрюха решил запоганить горку, конец. Ах, он хитрый жук, ты смотри, что, да? Накидал себе песочку и забрался. Натяг, давай, ну. Не-не-не, давай, чуть-чуть остается. В какой близости, да? Сантиметра два, и все, и крылуха, она... Всей бочине. Всей бочине, да. Дамы и господа, у нас все, икс и туарек на исходной. Сейчас поедет вот в эту горку.
Давай! По накатам проехал. А им, видимо, в кайф было по накатанному. Вот здесь вот, сейчас вот где я стою, сейчас пусть здесь попробуют. Ну вот и все, вот по ним. Где песка нет, не с первого раза. Давай. Ну, а тут уже посложней. Ну, вот. Полностью стабилизация. Все отключил? Да, все отключил. Ну, вот он у тебя едет. Только туда вот не езди, там дети. О, ребят. Вот это уже интересно. Вот это вот интересно. Сейчас. Так. Гляди. У тебя юбка оторвалась, Лё. Бля, ну кинь багажник. Сейчас, секунду. А, это тоже от него отвалился? А, да, все. Давай. А, он вообще, смотри, где решил. Ну тут безумие уже. А я больше чем уверен, он сейчас еще и заскочит. Давай. Замчался. Давай. Блин, им опять накатали, и иксы залетают. Вот здесь. Феерично, как снег летит. Так, надо ждать, видимо, опять снеговых, чтобы побольше выпало. А то сейчас получается опять лайт. Все превратилось в лайт, все раскатали везде. Так, давайте посмотрим, как поджерик заскочит. Ну все, он там режим бессмертного включил, у него все нормально. А то Audi это просто что-то с чем-то. Ну, в очередной раз приходим к такому, что Quattro это что-то. Хотя я как и BMWист, я как бы понимаю, что BMW это круто, здорово, и я за них буду топить до последнего. Даже заранее знаю, что X-Drive он как бы порой всадит просто Quattro. Но тем не менее, все зависит от безумства водителя. Вот парни на иксах немножко прикатались, то есть они поверили в себя. И уже начинается более веселый. То есть там, где Quattro спокойно проезжает, а икс вставал в самом начале. Сейчас у нас получается так, что иксы уже там едут, и им хочется его больше, больше, больше. Ну и плюс их еще любимое безумство нажимать просто на газ постоянно. Сейчас ремонт на коленке. О, как плуг практически. Нормально. Не, ну по идее Audi не должна издавать таких звуков, да? Подожди сюда.
Конструктор? Все, закрывай. Потом, потом. Я просто показал там. Все подробности потом. Если хотите увидеть более подробно эту машину, там в комментариях напишите, да? Да. Ну все. На всю, ну, на всю катушку подубасим, да? Подубасим. Ну все, без проблем. Итоги. Итоги нормально, надо будет только в следующий раз побольше, я думаю. Ну, по временному промежутку, чтобы поинтереснее было. То есть, чтобы подольше по времени. Вот первый брод мы там, ну, чуть-чуть как бы это. Вот типа таких, там но... страшно, там утонешь, если... Ну да, там, конечно, вот лайтовый какой-нибудь, если, блин, диагоналки можно, как работает система вообще, посмотреть, полную надо... систему полного привода. Конусов надо будет взять. Конусы есть без проблем, конусы вот. Есть, если что, как бы, а конусы, смысл как бы для чего? Если конусы, ты имеешь в виду. Ну вот, смотри, да, вот здесь вот надо ехать, допустим, здесь, а едет там. Да, ну так, да. Как ну, бы. Чтобы более понятно людям было. Да. Вот. Вот, кстати, та трасса была тоже нормально, когда мы ездили. Снега мало, блин. Там снега снег. Нет, там расчищено, нет, я да? ездил туда-то. Там... Вот еще бы снег, снег был бы, как бы, чтобы побольше. Спасибо снега, огромное. В том году. В том году нормально снег было, можно было хотя бы, блин, покопаться в снегу. А тут как бы... Ну, видишь, сейчас выпадет. Ну, я думаю, да, будет еще снег. Вот так вот. Ну, все, все, спасибо огромное. Давай, спасибо за участие. Давай, давай, пока. Все, дамы и господа, БМВ уехали в сервис. Да, они реально в сервис поехали. Без шуток. Да, да, да. Так, ну что, любители колес, сегодняшний день у нас постепенно подходит к концу, и могу сказать так. Все водители молодцы, все справились с задачами, которые мы им приготовили. Конечно, немножко в разнобой, но тем не менее. Основную горку так ни один икс и не взял. Ну, я думаю, в следующий раз, когда мы поедем, они немножко больше поверят в себя. И сюда все-таки кто-нибудь заедет. Туарег красавчик вообще от души. Заскочил с первого раза. То есть никак, ну, никакой дрожи в коленках у него не было. Просто заехал, показал, как нужно ездить. И потом без всякого пендрежа встал и смотрел, как другие убивают машины. Ауди. Это Quattro. Ребят, пока круче, нет еще машины круче с полным приводом, чем Quattro, вот именно из сегмента кроссоверов и седанов. Это прям вот 100%. Но я все равно топлю за BMW, как ни крути, X-Drive. X-Drive круто, но Quattro, оно как бы... Ладно, не будем этой полемики, потому что у нас еще будет много видосов по этой теме, будем сравнивать полные приводы. Также молодцы парни на Hyundai, на Pajero, на Kia. В общем, все молодцы, все сегодня себя классно показали. Как люди, все прям красавчики, ребят, красавчики. Прям отлично сегодня все прошло. И на этом мы, наверное, заканчиваем. Пойду спускаться, прощаться со всеми. И вам желаю удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все пожелания в комментариях. До новых встреч.